Всем здравствуйте! Вы на канале Солнечный Дворик, и с вами я, Елена Бородина. Сегодня вам начну видео с необычного. Я отвечу на один из вопросов. Есть такое хозяйство, вернее не хозяйство, а канал. Счастливый дворик. Правда? Чем-то похоже на мое название. Так вот, у них тоже кролики и бройлеры. Сегодня смотрела их видео от 24 апреля. Они там взвешивали месячных бройлеров. А мне предстоит взвешивание завтра. И я сразу вспомнила, что они мне несколько дней назад задавали вопрос. И сейчас я отвечу на этот вопрос. У них есть кроль. Кажется, его зовут Пал Палыч, НЗПшка. Так вот, два раза он крыл крольчат. Крольчих. И было пусто, но покрытие было. И вот они ждут окрола у третьей крольчихи. И спрашивают, бывают ли такие кролики, что они пустые? Да, однозначно отвечаю, бывают такие кроли. Лёва, к тебе это не относится. Я не про тебя. Ты только жиреешь у нас. Так вот, мало того, что бывает, так их еще используют. В больших хозяйствах, где много крольчих, обязательно есть такой пустой кроль. И знаете, когда его используют? Бывает так, что крольчиха, когда родила, она вступает в охоту. А вступает в охоту и начинает беситься. Начинает детей растаптывать, перестает кормить. Но таких крольчих сразу заметно. И самое время вот таких крольчих подсунуть такому кролю. У них случка была, а она не забеременела. То есть через 31 день она не родит и будет успешно кормить своих крольчат. И будет случка тогда, когда угодно нам, людям, их хозяевам. Вот и все. Рассказала вам я про то, что есть такие кроли. И рассказала, для чего они используются. Ну все. А сейчас пойдем посмотрим всех крольчих, что они там делают и как они там живут. Вот, смотрите, это мой Федя. И это мой ревнивый Федя. Я сейчас вам все рассказывала у клетки белого великана Лёвы. А этот беспрестанно трёс ушами и трясет, и трясет. Может, за кадром даже вы слышали этот звук? Ну и, конечно же, я давай опять нервничать, что с ним случилось. Схватила его, корзинку, и всего досматривать. Ушки посмотрела нормально, ножки посмотрела нормально. Это он меня просто ревнует к белому. Да, Федя? Ну никак ты не можешь, если я подошла, ты начинаешь трясти ушами, привлекать к себе внимание. Так что осмотр закончился, я его потискала, а теперь вперед в клетку. Или тебя погулять выпустить? Нет, гулять будем завтра. Сегодня уже солнце заходит. Первым делом меня, конечно, интересует Файка. Очень хочется заглянуть в ее гнездо. Хотя, конечно, я уже никаких надежд на нее не питаю. Ну что, идемте посмотрим. Сегодня у нас уже 33-й день после случки. Но не получилось у нее ничего, как я думаю. Пуха нет. Вчера, по крайней мере, крольчат не было. Ой, а тут шевелится крольчонок. Пуха нету. Ну, закрываем маточник. Тут что-то кто-то ползает. Вот это, конечно, новость. Слушайте, у нее крольчата. И пузатенькие, хорошенькие. Вот это да. По разным углам лежат без пуха. Ну, сейчас мы пух-то надергаем. Главное, они живы. Кажется, накормленные. И сколько вас тут? Ой, вот этот вообще замерзший, бедненький. Сейчас будем вас отогревать. Вот этот горячий,
Это я что, так вовремя пришла? Совершенно случайно. Так, тут трое. А больше нигде нет. По каким-нибудь углам. И тут двое. Они хорошенькие. Вот этот только холодненький. Сейчас он там согреется. Слушайте, а у нее вон там есть пух. Это зачем вот она туда пуху накидала? Так, крольчат там больше нет, там какие-то дыры все у нее. Слушайте, 5 чудесных крольчонка. Пусть 5, но они такие хорошенькие. Все, быстренько ее дерем. Ой, какое счастье, что я оказалась здесь. Я так снимала, что вам, наверное, не видно. Смотрите, какие хорошенькие, смотрите, какие пузатенькие, все ровненькие. Ой, да какая радость-то, прям нежданная радость. Сейчас мы ее подерем. Может, она еще рожает, а мы тут ее отвлекаем. Ну нет, они уже сухие совершенно. Да, если бы я не заглянула, они бы замерзли. Пошлите ее драть. Ну, Фая, что ты на меня смотришь? Ой, ты еще в крови. Может, ты еще просто не драла себя пух? Может, только родила? Подожди. Ну, там уже мерзнет. Там уже мерзнет кролик. Давай тебя подерем хоть чуть-чуть. Пух легко дерется. Вот тебе что-то он и не дерется. Ну, давайте укроем, чем есть. Дадим возможность ей самой укрывать. У нее еще свежая кровь, смотрю, на задней части, поэтому, может, она еще и укроет. Давайте подождем 2 часа. Укрыла я их там соломкой. Через 2 часа придем. Не будем ее отвлекать. Нежданная радость. 33-е сутки. Или 34-е. 1-е, 2-е, 33-е сутки. Это у нас клетка белки. Мы сейчас посмотрим ее крольчат и исчезнем на пару часов отсюда. Не будем отвлекать Файку. Ой, вы посмотрите, какое тут чудо сидит. И чего вы тут сидите? Вам сегодня 20 дней. Вы почему не в клетке? Сейчас я принесу сено и сделаю им тут повыше уровень. Им сухое сено хорошенькое. Постелю, и они будут уже выпрыгивать в клетку. Все, белка, я никого не трогаю. Очень хорошая у нее крольчата. Сейчас за сеном я бегу. Ну что, решила я их тихо, спокойно поменять. Достала 6 штук. Просто хотела сено засунуть. Но нет, там у них мокро. И вот эти 6 карапузиков уходят пока на веранду. А я сейчас займусь гнездом. Это уже они там нассали. Уже взросленькие, 20 дней. А вот не хотят выпрыгивать. Жирнючки, наверное. Она их хорошо кормит. Вон, смотрите, как все тут мокро. Все это выкидываем и стелим чистое сено. Им еще здесь сидеть 5 дней. Так, вот я сено сюда кладу. Пушок, чтобы им мягко было и пахло у них тут мамкой. И все, сейчас запускаю их, а в ножки положу сено, на котором они сидят. И все будет хорошо. Конечно, помалу рожает у нас белка, но крольчат выкармливает отменных. Ну, смотрите, какой 20-дневный кролик. Беги туда. Да не сюда, а туда. Здесь я буду еще стелить, чтобы вы выпрыгивали из гнезда, чтобы вам было повыше. Вот, вот это только маленький, но тоже хороший. Так. И давайте вам сюда. Уходите туда дальше, я вам сено положу. Уходите дальше. Тут будет у вас свежее сено лежать. Я вас там не задавила? Все у вас нормально? Все. Это вам приступок. Чтобы вы прыгали наверх
выбегали в клетку. Через 5 дней выгоню в клетку к мамке. Ба, я тебя что тут задавила, малыш? Нет. Больше никого не задавила. Все вы там нормально. Ты еще и приминаю. Все у вас там хорошо. Ну все. Зато у вас все сухо и все хорошо. Все закрываем. Мусор весь убираем. Все, живите там. Ой, я уже боюсь в крольчатник заходить. Раздражать Файку. Что-то она туда лезет. Мы с вами пройдем мимо. Здесь гнездо Белки, которое я вчера вам выставила видео, сколько у нее осталось крольчат. А здесь у нас Алечка. Она готовится к акролу. Мы сейчас как раз заглянем в ее гнездо. Строит ли она гнездо или нет. Алик сразу же бежит сюда. Мы не будем тебя нервировать, не будем закрывать. Так, углубление есть. Тебе рожать через 4 дня. Все, моя хорошая, мы тебя не трогаем. Углубление есть, гнездо строит. Кто бы сомневался. Алька есть Алька. Слышите? Файк скребет. Чего она там скребет? Гудечек, посмотрим. Чего ты там скребешь? Все твои дети на месте. Ищи. Ты думаешь, они у входа? Дальше посмотри. Чего ты там наскрябываешь, а, Фаечка? Все, мы от тебя отстали. Придем через 2 часа, чтобы, если что, ты ночью их не заморозила. Да. Все, я ушла. Как хорошо, что я вернулась в крольчатник. Я гнездо закрыла, а открыть у Белки забыла. Сейчас, моя хорошая, тебе открою. Вот, смотрите, сразу они могут прыгать. Видите, сколько сена я им наложила, и они теперь уже сидят здесь. Так что мы им открываем гнездо. Может, они сразу в клетку попрыгают к своей матке? Ну, вот видите, побежали в клетку. 2 уже пошли смотреть, где они и что они. Белочка, я никого не стащила. На этом я заканчиваю свое видео. Вы были на канале Солнечный дворик. И с вами была я, Елена Бородина. Чё, боитесь, братва? А вам? Пока-пока. Видите, в клетке там уже один прыгает.